Я заспавнил все объекты из этого списка, да так, что они даже расположились даже до конца карты. И пришлось их переместить даже в другую сторону, а именно здание. Нашим тестированным автомобилем станет вот этот вот пикап. Сегодня мы посмотрим, физичен ли Los Angeles Crimes. Погнали! Итак, в чем смысл этого всего? Сегодня мы проверим, физичны ли некоторые объекты или нет. Имеют ли они хорошую физику, или они ее вообще не имеют. Также, помимо физики объектов, мы можем посмотреть и физики персонажа, но об этом позже. Сейчас мы посмотрим половину объектов, имеют ли они физику или нет. Наверное, возможно, выйдет и вторая часть. Ну, если вам понравится, и первая. К сожалению, звук моего голоса очень плохо записался, то есть его почти не слышно. Так что с озвучкой мне поможет видеоредактор. Итак, первые три объекта – это декоративные панели. А именно вот эти три. В чем их смысл, я окончательно не понял, но один из них пропал. Ну или точнее не имеет текстуры. Следующие объекты – это фигуры. Квадрат, цилиндр, круг и еще какая-то тарелка. Проверим их оружием. Первая будет панель. Опа, что-то есть. Улю, Итак, пулю поймал только один, а именно Декал Планер. Остальные два пулю не получили. Но что будет, если мы переедем их машиной? Уже сразу мы видим руки мастера. Ну, судя по виду, мы их даже не раздавили. Наверное, мы этих фигур проверять не станем, потому что нету смысла. Следующие объекты. Сигнальная лампочка. Бочка и рекламная... Ой, ё-моё, это что? Получи своих уток сегодня. Только за 666 долларов. Звони сейчас. 666-СИГНАКС. Экстра СПЕК! А теперь проверим их на оружие. На пули он никак не реагирует. Теперь посмотрим, как дела у бочки. В итоге, всадив 60 пуль, он не пострадал. Ну, что требовалось доказать? Бочка декоративная. А значит, физики он никакой не имеет. Ладно, что у нас с рекламным... Воу-воу-воу-воу, ничего себе. Мы можем на него забраться. После того, как мы забрались, мы попадаем сюда. Следующий объект. Доски разного размера. С этими досками тоже все ясно. Они не физичны. Следующие объекты. Блокер. Бутылка вина. Коробка. Кирпич и стена из кирпичей. По каким-то непонятным причинам пули проходят сквозь блокиратора. После выстрела бутылка вина разбилась и даже оставила следы. Коробка имеет физику. Хоть что-то радует. Кирпич тоже. Ну, значит, если кирпич имеет физику, то кирпичная стена тоже. Теперь проверим все это дело машиной. С ними можно неплохо развлечься. А эта данная дорога ведет нас к зданиям. Их тут около 13 штук. Ну, если это в редакторе. А здесь их штук примерно 9, как я в последний раз помню. Ёлки,
из всех этих зданий мы можем войти только в один. Ладно, ждем с другого угла. Да, тут трудно сбираться по лестницам. Как после входа нас встречает спотлайт, который можно добавить самому. Следующий источник освещения — это Point Light. Следующие объекты — это Car Dummy Volkswagen, или точнее машина из трафика на одной карте, а сзади ее находится разбитый Prius. Все стекла разбиваются, но что о фарах? С ними все ясно. С этой машиной все ясно. Стекла разбиваются, фары нет, колеса не сдуваются. Что скажет нам Prius? Toyota Prius. Вот так вообще вся машина выглядит. Так что можно сказать по Volkswagen. Здесь имеются мелкие повреждения. А Prius... довольно неплохо. Ковер, модернизированный стул и деревянный стул рядом. Контейнеры, тумба, чашка, стакан и бокал. Дверь и дверь от лифта, дверь от гаражей, модернизированная дверь. Какая-то хрень, огонь со звуком, столовые приборы, гидрант. Let's go! Огонь тоже декоративный, он не смог поджечь игрока. Вот это вот что-то с чем-то. Ну-с, гидрант имеет у нас адекватную и рабочую физику. Электрощиток, стекло, трава, железная платформа, очень длинная лестница, ограждение, очень много денег и одна деньга. Походу у нас здесь бронированное стекло. Кстати, можете в комментариях объяснить, как открыть эту сраную менюшку. А трава у нас, кстати, не физична. Кстати, я забыл вам напомнить про... Hamburger. Лестница работает. На удивление, забор имеет хорошую коллизию. К сожалению, деньги не имеют тоже никакой физики. Вы, походу, стали свидетелями этого явления. Самое прочное стекло. Трава теперь точно не является физичной. Что? Кума. Ну-с, такое вот видео и получилось. Также помимо этих объектов в редакторе будут еще и про физика персонажей и автомобилей. Так что давайте мы наберем здесь 5 лайков для выхода второй части. А так, на этом все. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте колокольчик. Ну а с вами был Макс, всем удачи и всем пока.